все собираются. Нет, вы просто не дай, пожалуйста, не спину. Ainsi que des papillons fantômes en hiver les flocons blancs volent et font des palais d'atomes que le vent mène en sifflant. Des bois troublant leur silence, la bise souffle et la neige danse. Toute la terre chante une prière et demande à Dieu que le blond phébus du printemps ordonne l'angélus. Oh, alléluia, alléluia, cri d'amour et de désir. Métamorphose, mille roses, s'épanouissent de plaisir. Parfum des calices. А дальше вот он продолжит. Вот у него есть конвертик, это да. Просто уникально. Да. Старые ратуши, ну, какой год, не помню, наверное, 87 и 88. Я работал тогда еще в первой фотостудии, она до сих пор, кстати, есть на Московском проспекте. И вот приходят Петя Кирилл. Юрка, а ты еще сколько здесь будешь? Я говорю, а что, Петя? Какой-то был март, тоже март, какой-то март. Говорит, мы хотим сфотографироваться. Через полчасика. Я говорю, ну хорошо, давай, дождемся. Они приходят, мы всем знаем наших знаменитых художников. Это Сан Саныч, Соловьев и Фархад Сулфагалиев. А негатив? А негативчик, вы видите какой, да? Мы, это же ФКП было, ну это не ФКП, да? Туда вставлялась цветная фотопленка, какая-то такая формат. Потом бралась уже там какая-то бумага цветная. И вот так вот, видите, мы складываем. Контактная печать, вот они, вечно живые. Сейчас, нет. Вот. Вот так. Это старый ратуша, пускай будет на долгую память. На вечную память музею и на долгую память старой ратуши. Хорошо, хорошо, ведь. Все, спасибо большое.